Сегодня закрываем сатей из кабачков. Перчик мы нарезаем соломочкой. Вот так вот, соломкой. Весь-весь перчик нарезаем и отправляем в кастрюльку. Лучок мы нарезаем на полукольца, тоже не очень мелко, чтобы он не растворился. Вот так вот полуколечками нарезаем. Вот такого вот размера. И отправляем тоже в нашу кастрюлю. Помидоры и чеснок мы перекручиваем на мясорубке. Мы натираем на крупной терке. Две столовых ложки соли. Это у нас получилась 10-литровая кастрюля всего. 100 грамм сахара. 150 грамм растительного масла. Добавляем 1,5 столовых ложки 9% уксуса. Мы хорошенечко перемешиваем. Мы все это доводим до кипения, протушиваем 40 минут. Потом будем раскладывать по баночкам. Для сварки помешиваем мы наш салатик. Все, вот он проваривается, так 40 минут. Наполняем наши баночки сварившимся кабачковым лечо. И закручиваем наши баночки. Закрываем, переворачиваем на ночь, как всю нашу консервацию. И все, готово.